Первая песня, я когда написал, показал Жене Быкову, он послушал внимательно, вздохнул радостно, говорит, ну наконец-то написал нормальную КСПшную нашу песню. Так что она так и называется, нормальная наша КСПшная песня. Поменьше тот ящичка с письмом, чуть побольше от французского замка. Позади остался незакрытый дом, а впереди незавершенная строка. Сяду, поеду, разведу среду к обеду, назад вернусь. Касается окошечный пейзаж, с ним сливается купейный синий свет. Это что же это такое, что за блажь, чтобы в строчке уместилось столько лет? Ведь года пластались трудно и не вдруг, и слова летели струнами звеня. А вдруг на этой строчке и замкнется круг этой жизни предпоследней для меня. Сяду, поеду, разведу руку, среду к обеду, может вернусь. Отбивает время ложечкой стакан, и колесики квадратные стучат. Сгибает русло поезд старика, поворачивает пьяница назад. Снова поле разлинованным листом, снова дым от сигарет до потолка. Где-то впереди закрытый дом, а где-то сзади позабытая строка. Сяду, поеду, развею руку, среду